Рыба на вырост. Толстолобика, белого амура и карпа выращивают в Козловском районе. О жизни и в прудах, и в районе в репортаже Ирины Волковой. Рыба подходит туда вниз. Бывает, она тут ходит. И при движении зерно сыпется. Зерно плющенное в перемешку с горохом. Натуральные, без химии. Рыбы любят и хорошо питаются. Кормежка один раз в день, а так завтрак и ужин для рыбы есть в самом водоеме. Толстолобик питается фитопланктоном, зелеными водорослями в толще воды. Белый амур ест молодой камыш. Карп употребляет все живые организмы в водоемах. Эти три вида рыбы выращивают в течение 3 лет. По мере роста пересаживают из воростного пруда в нагульный. Молодь этого года у нас уже достигла 60-70 грамм в 3 прудах выростных. В одном выростном уже на 2-м году молодь это достигает, у нас уже 600 граммов. И вот на будущий год мы ее пересадим в эти нагульные пруды, где она будет расти до 2-2,5 килограммов. Это сейчас здесь экосистема прудов с очисткой и заботливыми хозяевами. Некогда Карамышевское рыболовное хозяйство было одним из самых крупных в Чувашии, но во время перестройки его запустили. Восстанавливать начали только несколько лет назад. Когда мы пришли, здесь не было ни одной рыбки. И вот в течение 4 лет мы приложили максимум усилий, чтобы попытаться восстановить это хозяйство. В конце октября пруды спускают. Всю товарную рыбу вылавливают и пересаживают на зимовку, вкрытый зимовальный комплекс. В прошлом году рыболовное хозяйство вырастило более 100 тонн рыбы. В этом году вышли на 200 тонн. При этом живую рыбу реализуют на рынке Чувашии и соседних регионов. В планах восстановить цех переработки, чтобы запустить производство рыбы холодного и горячего копчения. Ирина Волкова, Татьяна Раевская, Андрей Шокрев. Республика.